Бам. Очень сложный геймплей, ребят. Просто пипец. Прям не могу. Палец устал нажимать ЛКМ. Ко-ко-ко-ко-ко, на льке надо уметь играть. Да-да-да-да-да. Просто гору взял в легкую. То есть мне, как суперпрофессиональному артоводу, нужны открытые карты. Там ничего толком знать не надо. Ты просто стоишь, палец в попу засовываешь, а другой палец кладешь на кнопку мыши. И, собственно, нагибаешь. Вот как я сейчас буду нагибать. Сейчас, ребят, буду нагибать. Готовы к нагибу? Ой. Бам. Не повлиял, ребят, на 500. Просто бам. Просто 500. Он в сейве стоял, а я ему на 505. Имя любимое мое, ребят. Да уж, да уж, да. Блин, ну когда... Я не знаю, мне просто колотит. Ой, как хорошо стоят. Чик. Походу придется в одного вкидывать. Блин. Охренеть! А ему-то сколько я вдал-то, вы видели? Я вообще не думал, что я ему урон дам на 2-6. Ах. Ну, не влияние, ребят, не влияние максимальное. Хобан. Бам. Очень сложный геймплей, ребят, просто пипец. Прям не могу. Палец устал нажимать ЛКМ. Но я могу сюда скинуть, либо сюда. Какой? Я думаю, вот этот выстрел будет профитнее. Я сплэшем тут еще должен буду задеть. Ох, нифига яга закинула. Нормально. Подожди, подожди, не пикай. Братан, не надо! Его ничего не смутило? Такая болванка не залетела в него. О, прямое. И мой выход! Что-то маловато как-то, 467. Я, блин, 500 сплэшем дал, а прямым 467. Ну, ребят, полное невлияние. Я уже больше 2000 дал, чтобы вы понимали. А сколько тут, кстати, снаряд летит? 4... О, здесь снаряд-то быстрее летит. Итак, в прямом в эфире мы, ребят, наблюдаем сейчас полное невлияние на бой вообще. В принципе, понимаете, да? Абсолютное полное невлияние, я бы это назвал. Кстати, очень жесткий у него угол прострела у Т-92-го. Так, ну что, вы готовы наблюдать сейчас? Невлияние. Тириу! Прямой, ребят. Профессиональный артовод в деле. Бля, какая я тварь. Какая я тварь просто. Фу. Какая я тварь конченая. Консап, без засвета попал, сразу не спортивное поведение. Да я два раза уже попал, алё. Уже дважды вкинул. Без засвета попал, сразу а чё они встали тут там? Спортивное поведение. То есть мне вот так надо выйти, Никит, чтобы... братан, давай. Написал, соберись, отошел поесть, прихожу, а тут пипец. Я максимально я собранный, братан. Сижу с открытым ртом и охереваю. Охереваешь, как я закидываю тут прямые? Чё они стоят? Я реально не понимаю, чё они стоят. Просто спуститесь. О, тихо. Понял. Каточек. Точно. Мы уже поняли, что ты любишь на арте играть. Но зачем самодонатить, чтобы на этом говне поиграть? Если хочешь, то делай. Не надо пытаться себя оправдывать донатами. Да-да-да. Да. Слушай, а снаряды-то кончаются, я не понял. Снарядики-то кончаются. Не успел. Блин, одна тыка осталась. Ну что, ваши ставки, господа, сколько даги будет? Ну, я думаю, трешечка-то будет. Настоящий артовод не тонет, настоящий артовод идет на таран. Говно, говно не тонет. Вот и все. Спасибо, Антох, спасибо. Ну-ка. Ну-ка. Хопа. Я настрелял без засвета больше, чем засветом.
Сколько я в 277? Ну я... О, я 277-то в итоге 500 хп выбил, получается. Я ему за светом там 300 дал. Все-таки в стену залетало, я ему давал. Бадгерочку закинул, да? Но 500. Ну, моно, блин, ну, моно. Бабахи я там тоже дал. ТВПхи 613. Не пробил ее. Нормально. Ну чё, Антоха, еще какое-то подтверждение нужно, что на артиллерии не надо уметь играть? Это у меня еще столько не залетело, ребят, ну... Ну я перестреливаю артоводов вообще в легкую, понимаете? Просто в легкую. Так, а сколько у меня здесь боев на артиллерии конкретно? 50, это был ровно 50-й бой. Медаль гора, ребят, на месте. Готово. Так, ну чё, поехали на нормальных танках теперь, я так понимаю. Вроде как Антошка пока молчит, и слава богу. И коричневая Антошка молчит. Поехали на ревике. Ко-ко-ко-ко-ко, на альте надо уметь играть. Да-да-да-да-да. Просто гору взял в легкую. Ко-ко-ко, на арте скилл нужен. Ко-ко-ко. 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 Просто медаль гора, ребят. Всем хейтерам назло. Классный, да, союзник, ребят? Круто играешь на 53 б, 3 тп. Скаты, пожалуйста, бой на Т-65. Ну, я закатиться мог, а он просто, ну, животное, типичное, обычное животное. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Бля, я просто из боя выйти хочу. Ну, животное стоит 1300 хп, боится тычку принять, понимаете? А я его не пробиваю. Бля, как у меня горит, вы просто не представляете. Боже мой, какие овощи, какие мудачи. Просто пиздец. Такие мудаки играют, это просто забей. Бля, у него 1300 хп, на нас чел выходит, я полушотный. Блять, оно тычку боится отбить, причем он реально ее отбить может. Какой мусор танковый, господи. Блять, не пробил, нормально. Все для тебя, полудурок, все для тебя. Ну да, я так и думал. Не стыдно у машины воровать идеи танков на заказ. Беспринципное животное. Люк, ты долбоёб просто, отбитый по жизни, я тебе скажу. А спроси у Минмашины, у кого он своровал этот формат. Идиот, ты кусок. Тихо! Альт F4! Альт F4, добро пожаловать в Альт F4. До свидания. Ребят, вот это выстрел, вот это, я понимаю, выверенный выстрел по колесничку. Тупо месть. Красота. Красота, ребят. Ставим лайки за такой выстрел. Кто проги дал на 400? Колесник, что ли? Хорошо. Вот это хорошо было.